эфире программа «Область культуры Афиша». Здравствуйте, в студии Ростислав Азизов. В ближайшие 5 минут поговорим о самых интересных концертах, выставках и спектаклях, которые пройдут в ближайшие выходные. Артисты камерного хора «Возрождение» приглашают амурчан на рождественский концерт, который пройдет 19 января в 15 часов. Подробности далее. В новый концертный год Амурская областная филармония зашла уже очень активно. Мы уже только на своей площадке провели 5 концертов. А на этой неделе мы приглашаем уже на первый проект в рамках музыкальной гостиной. Когда здесь, в фойе второго этажа, мы соберемся на поэтический вечер с таким говорящим названием «Приходи». Поэтому вот мы всех приглашаем прийти и посмотреть, что это за новый формат. А новый формат – некий такой моноспектакль, моноразговор даже скорее. А молодой поэтессы Елизаветы Шаломиной, когда здесь напротив соберутся ее коллеги, друзья, конечно, любимые зрители, и послушают ее размышления о жизни, о том, кто она, кто тот человек, который находится напротив нее. 19 января Амурская областная филармония приглашает свой уже зрительный зал в концертный зал на концерт, который называется «Провожая Рождество Амурского камерного хора «Возрождение». Традиционный для нас проект, мы его уже проводим в таком формате в 3-й раз. Что очень радостно и очень приятно, что предваряет этот проект гастроли по Амурской области. Мы уже съездили и в город Шимановск, город Белогорск, село Екатеринославка, село Константиновка. И вот завершающим ярким аккордом мы проводим Рождество в зрительном зале Амурской областной филармонии. Новогодние поделки амурчан можно увидеть в Амурском областном доме народного творчества, а также в сквере культурного учреждения. Выставка елочных игрушек работает до 20 января. Вход свободный. Свои работы на конкурс представили жители 17 районов области. Гости выставки смогут увидеть 250 изделий, в том числе и символы 2020 года. Они выполнены в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного искусства. Керамика, лепка, художественная обработка природных материалов, текстиль, вышивка, вязание, бисероплетение, валяние, роспись по дереву. Не менее интересно выходные предлагают провести и актеры театра кукол. Мы хотим напомнить своему зрителю о том, что и в новом году мы хотим видеть полные залы на наших хороших, добрых детских сказках. Начинаем мы с детских сказок. В субботу у нас будет спектакль «Жил-был у бабушки». Замечательная сказка про серенького козлика на новый лад. А дальше будет спектакль «Гуси-лебеди». Опять же, русская народная замечательная сказка. А вот что интересного предлагает Амурский краеведческий музей, расскажет Марина Боевец. В новом году, 17 января, у нас начинает работать первая выставка в новом году, выставка, которая посвящена календарям 20-21 веков. Также 17 января, 18 часов вечера мы приглашаем всех наших посетителей на вечернюю экскурсию «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Это наша ежемесячная экскурсия, именно фонды за закрытые двери, куда могут попасть только посетители в рамках этой экскурсии. То есть наши хранители показывают самые интересные, самые уникальные экспонаты, которые можно не только послушать и посмотреть, но еще и где-то потрогать их руками. 19 января у нас 2 мероприятия проходят в рамках нашего проекта «Большой художественный салон 2019». Первое мероприятие, которое будет в 12 часов, это интерактивная экскурсия с художественной практикой «Тушь-перо», где можно будет познакомиться с такой техникой, как графика, но еще и в практической части создать свой шедевр, может быть, небольшой, но шедевр, именно в технике графики. Вторая экскурсия, которая состоится в 17 часов, называется «Истории картин амурских художников». На этом у меня все. Проводите время с пользой, будьте с культурой на «ты». Пересмотреть этот выпуск вы сможете на сайте amurobl.tv. Еще больше информации на нашей страничке YouTube. До новой встречи в эфире.